занимаешься, как дела? Скажи, ответь, заметь же меня. Да, все прекрасно, как и всегда. Поэтому вот тебе буква твердый забивается вся личка, как рефлекс пошла привычка. Если все идет отлично, отвечать почти всем лично. Только времени немного, вроде что же тут такого. Но негаданно подкрался тот момент, что я боялся голоса. Меня спросили, как мои дела, что мне сказать, какой мне дать ответ. Я молчу девятый день и ничего не ем, потому что никогда и в голову прийти мне мысль не могла о том, как голосом произнести мне этот чертов твердый знак. Как же, он блин звучит, может быть что-то вроде А нет, эта буква есть и даже рядышком стоит. Может быть надо наподлять, а пора так на пять кулак в эту мощь собрать и выдать твердо.